Сегодня мы отправляемся по одной из миндальных дорог около Сантьяго-дель-Тейде. Постараемся найти как можно больше цветущих деревьев миндаля. Как всегда, на сайте Испания Гид я выложу подробные варианты маршрутов, где вы можете посмотреть цветущий миндаль в феврале. По дороге смотрим на остров Ла-Гомера. Это ответвление небольшого маршрутика, где-то на полкилометра. Ну вот, целая долина из миндаля. Внизу тоже много миндальных деревьев. Вдалеке видно город Сантьяго-дель-Тейде и стройку. Новый туннель на север острова. С прошлого года остались орешки. Блин, ты еще бы за километр встала. Ты че? Блин, они... У меня вот здесь цветы, давай, раз, а в другом конце я же зумом.